Эй, земляк, мы стреляем! Вот так! Кройся, пацаны! Да ты чё там пиздишь? Пацаны, да он там совсем ёбутал! Валить надо его! Епка ёбаная! Ебак сипарика! Вот хуйло, конец вот тебе! Всем привет, с вами Зирок. Задание от егеря Тарковский стрелок, часть 3. Убить смосинки 15 метров и меньше ЧВКшников. Небольшие будут рекомендации. В начале видео вы смотрите, как я на шару убил 15 метров и меньше ЧВКшника, который просто затупил. Это было совпадение. А так рекомендую карту завода и укороченную мосинку. Ее собрать теперь несложно. Перед тем, как выходить в рейд, потренируйтесь в офлайн режиме на ботах. Разыграйтесь. И также изучите РСП на карте завод. Есть такие видео в ютубе, по-любому найдете. Или если вы уже опытный игрок, то вы будете знать, где примерно появляются люди и как делать на них засады. Когда вы появляетесь вначале, обязательно смотрите на время. Если вас догрузило, то тут же идите на выход, потому что вы уже не знаете, где сидят ЧВКшники, и идти в ближние бои с мосинкой очень опасно. Если все нормально по времени,
только начало рейда, то, конечно же, отпляшите уже от ситуации, смотрите, где вы появились и где будут примерно ваши конкуренты, и делайте на них засады. Как только вы отстрелялись, убегайте или бросайте гранату, отходите, меняйте положение, берите дешевый броник, также наушники какие-нибудь дешевые, и в итоге будете слышать, как перемещаются ваши визави. В итоге, как только вы убиваете одного ЧВКшника, идите на выход. Поскольку я замечал и убивал иногда двоих, но не засчитывает почему-то этот квест, такой баг идет второго ЧВКшника. Плюс, пока вы будете гоняться за первым, возможно, уже все разбегутся. Вы не знаете, как их найти. Идти на лестнице с мосинкой не рекомендую. Желательно встречаться в подвалах, на таких коридорных проходах, где вы можете отстреляться и отступить, или наоборот как-то пойти пушить, если от вас убегают. Но дело практики. Надеюсь, вам данное видео понравилось. Если да, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!